Всем добрый день. Я вот какими-никакими новостями пожаловаться хочу. Грущу я, скучаю. Грущу я и скучаю по работе с Дамаском. А с Дамаском мы сегодня определились, то есть начну работать только с той недели. То есть это практически, ну, как можно сказать, ровно через неделю. То есть я побегал по токарям, по фрезеровщикам, которые мне тут ремонтируют. Ну, то есть, вернее, новые детали заточат для того станка, на котором я начал их обрабатывать. Там бал повело, короче говоря, там много чего точить. Вот, ну, про деньги я молчу. Сейчас токаря-фрезеровщики дорогие у нас стали. Ладно, дело не в этом, сделали бы. Ну, у них вроде все идет ладом, идет все как бы, но вот время вот так вот. То есть пока там и сталь, у них там привоз будет сейчас, по-моему, завтра соответствующая. То есть там пока выточат, пока все подгонят, там туда-сюда, пока это все соберу, ну, в общем, неделя. И вот от грусти, печали эдакой. Что-то меня потянуло в сторону комиссории, но не захотелось сделать просто комиссории, потом опять с этими подставками, шкатулками, там, трын-дын-дын-дын. Я подумал, а вот есть такие люди, они есть, которые хотят комиссории, но удобную, без подставок и шкатулок, но они, правда, там тоже удобные, конечно, а это вот с оправой. И что у нас получается там? То есть, ну вот как бы, что у нас получается. Завел работу от скуки, печали. Вот такие вот вещицы. Вот так она будет внутри. Вот так она будет выглядеть снаружи. По ручке, хвосту, как там его правильно теперь назвать. Не знаю. То есть, вот, смотрите сами. Да? То есть, есть вариант такой. Вариант оставить этот хвост, каким он есть. Есть вариант его сменить форму. Есть вариант его вот так вот обрезать. Может, еще какой-нибудь вариант. Вот это... Я хотел бы, чтобы сказали мне вы. Я-то да, я-то могу тут накуролесить, как бы и так. Но как по-вашему, то есть со стороны оно мне кажется виднее, потому что много случаев таких было, когда я вот спрашивал, говорили, а я, исходя из того, что вы сказали, уже двигался вот в этом направлении, и получалось очень даже неплохо. И вот по этой причине я вас опять вот снова мучаю вопросами, как вот быть вот с этой вот частью выступающей. То есть оставить, обрезать, форму поменять, что-то там, я не знаю, что еще с ним сделать. По лезвиям хочу сделать еврокомиссори. Ну, еврокомиссори, то есть вот комиссори, а евро это вот будет обоюдная такая... Одинаковая будет эта линзочка, полотнышко, так сказать. Вот, и, ну, то есть не как вот в японских, вот с левой стороны она полная, вот идет до сюда, например, а с правой вот где-то, ну, не 3/4, чуть меньше, а 2/3, вот правильнее сказать. И вот как бы так. Почему под евро? Потому что это более привычные лезвия, более удобные в использовании. Ну, не намного, там разница практически никакой. Там чуть-чуть что-то как-то, ну, ни о чем. Но все же, да, все же. И вот мне тоже вот, как бы это тоже было бы интересно. Какой вам предпочтительнее лезвие? Евро? То есть одинаковые с обоих сторон, или японского типа, где не одинаковые, слева полная выборка,
справа 2/3. Можно, конечно, и клин зафигачить вообще ни о чем, просто в легкую. Надо ли? Просто дело в том, что если производить клин, то желательно производить на всех клин. Потому что смена и перенастройка оборудования ведет к ошибкам. Если я сделал, например, там вот 3 бритвы клин, 3 бритвы евро, вот, ну и 2 бритвы японского типа, это 3 раза перестраивать каждый переход, это я уже так делал, реально ошибки и косячки выходят. Поэтому желательно, чтобы они были одинаковой конфигурации во избежание чего-либо подобного, каких-то неприятностей. Вот. Ну, есть, конечно, вариант, вот еще на данный момент еще не поздно, то есть вот здесь есть еще отверстие просверлить и установить сюда накладную ручку. Но там уже подставка, шкатулка, фиг знает. Тоже вариант. Вот скажите, как вам такой вариант? То есть, что, в какую сторону посмотреть? Потому что я вот неделю вертеться тут вот без дела я не могу. Реально не могу. Ну, какие тут у меня заботы? Ну, тут пыль протер. Ну, тут вот круги подточил, подровнял. Ну, что дальше-то? Я метаюсь, делать нечего. Ну, вот мне тут 2 бритовки присылали на заточку. Трутвачу и немку старенькую. Ну, заточка, вы сами понимаете. Ну да, посидел я не торопцом, выточил, все здорово, отправил на следующий день. Но это не дела, это скукота. Это просто скукота. И поэтому вот я как бы вот начал шевелиться в этом направлении. И вот хотел бы услышать от вас вот ваше мнение, что мне делать, как мне делать, потому что я могу и так, и сяк, как говорится. А мне кажется, важнее не так, как я тут закручу всю эту работу, а вот именно так, как вы скажете. А уже отталкиваясь от этого, я не обещаю, что я прям 100% вот четко так сделаю, но что уклон в эту сторону будет, вот по-любому. Даже обещать нет смысла, просто по-любому, потому что я для того вас и спрашиваю. Вот такие вот у меня сейчас заботы, думки. Вот, по строганию волос я вам обещал, буду тренироваться. Найду где-нибудь еще эту лампочку настольную. Я понял, что вот здесь не хватает настольной лампы, которая бы светила прямо здесь так вот рядом была бы и показывала, то есть вот эту чистоту. Вот этого строгания, вот этого резания волоса, вот этой заточки. Потому что то, что я вам показал в прошлый раз, это байда. Ну согласитесь, байда. И ни о чем. Хотя был макро-бифти, там туда-сюда, все здорово, но... Там и свет опять неудачно, там и резкость попасть проблемно, потому что макро это там миллиметр, два максимум можно там натянуть, как говорится, и резкости, и все остальное мимо будет. И в итоге вот я решил вот эту камеру, которую мне и вот Игорь из Нефтеуганска подарил. Она, сами смотрите, она вон как бабашит, только в путь. Мне кажется, вот здесь вот волос-то можно вот разрезать, и будет его видно. Если правильный свет подать. Вот так вот. Что-то еще меня спрашивали. Ну тут, да, спросили опять, какие будут дамасские бритвы. Вот на данный момент я на этот вопрос не смогу четко ответить. Потому что у меня шаблоны лежат там в другом месте совершенно, где я вырезаю. И, то есть вот сейчас, правда, прямо так взять и показать, нет. Но там будет одна классическая бритовка типа Шеффилда. Вот она. Вот такая будет моделька. Потом вторая будет копия Трутвача. Это там бритвы подарок такие были. Вот, к примеру, бритва гравюра. По-моему, там, наверное, с гравюры срисовывал. Копию делал. Вот будет копия. И третья, не помню какая.
Ну и какая-то еще третья будет. Ладно. Я как-то тут уже завертелся, что даже подзабыл, какая третья моделька там у меня приготовлена под Дамаск. Ну, это еще рано пока. Через недельку вот начнем стопудово уточняться, как бы. Хотя там уже, в принципе, все порешено. Это еще рановато об этом сейчас, вот на данный момент, думать. Вчерашний вопрос давайте тогда обсудим, раз он появился. Он, правда, на данный момент второй всего лишь. Не знаю, стоит ли об этом вообще говорить. Ну, раз уж завел тему, ладно. Мучитесь, слушайте, как говорится. Это по поводу, как там ее называют, фрилансер, как бы там это, партнерская программа. Во, там кнопка такая на сайте есть. Что это за фигня? А фигня это такая, то есть, если вы не такой, как я, профан в продажах, а у вас с этим все в порядке, то есть вы можете продавать, вы умеете это делать, тогда эта партнерская программа позволяет просто-напросто зарегистрироваться на сайте, взять свою ссылку там скопировать, именно вашу, и эту ссылку можно где-то размещать там, не знаю, в интернете, не знаю, как все там, в принципе, это правильно происходит, потому что я в продажах, ну, ничто, никто, и... Если приходит покупатель на сайт по вашей ссылке, то у меня отмечается, что это пришло именно от вас, покупатель, и что от стоимости той, которая указана на сайте, я вам уже должен 20%. То есть перевожу там на карточку, как там угодно, то есть кому как удобнее. На карточку просто мне максимально удобно. Вот и все. В принципе, ничего, никаких там таких вот замороченных задумок нет. Просто если вы, да, человек с головой в этом плане, то да, почему нет? То есть там как получается? Человек заказал, оплатил. Вот я обязан вам выплатить 20% от стоимости, указанной на сайте. Вот все, в принципе, там элементарно. Ну, как вот, сами действия, в смысле. Так, да, был еще вопрос по поводу ложемента, который вот в последних видах комиссорий, которые в шкатулках. Что за ложемент? Я не помню, мне говорили в магазине, для чего вот эта фигня, куда ее используют. Ну, точно не в ложемент. Но она очень подходит для этого момента, потому что... Она, ну, как бы устроена так вот, как бы, мне очень понравилось, как она вырезается, там обрабатывается и вообще, как держится в форме. То есть, вот ложемент, это вот такая штука, давайте поближе покажу, может это будет видно. Вот это в грубом таком обрезанном состоянии, она вот так выглядит. Это не то, что продается в Ашане, это продается на живых магазинах. Не знаю, для чего-то там их вот используют. Куда-то их втыкают. Вот это тот самый ложемент. Ну-ка, поровнее срезать. Вот такой вот срез. Оп. Сейчас резкость выловлю. Вот. Не знаю, уже актуальный ли это вопрос, но, пожалуйста, отвечаю. Ну, в общем-то, там не буду сейчас каждый вопрос поднимать, потому что это слишком долго и нудно. И все же я вот в первую очередь от вас жду ответы. Из чего вы доправы делать, это уже тут вообще вот для такого размера, ну, любой вариант, вот такой вариант, без проблем, смотрите, он убирается, прям в легкую убирается. Ну, какой там еще вариант, я не знаю. Полиуретан в легкую убирается. Под такой размер оправы убирается вообще все. Все, что у меня под, может даже под рукой просто лежать. Вот любой вариант такой вот даже. Все здорово. Но хотя я, в принципе, уклон задумал, опять же, делать это в сторону акрила. Мне немного проще производить.
Ну и ценник, естественно, роняется, конечно же. Есть плюс, как бы. Но иногда ценник не есть плюс, когда стоит акрил. Потому что некоторым вот людям хочется что-то, к примеру, такого вот огненного, такого вот красивого, к примеру. Да? И, ну, да, но ценник повыше. То есть вот тут тоже надо будет не подумать, но это еще пока рановато, поэтому, потому что надо сделать сначала вот что-то с сталью, а потом уже думать дальше. Ну все, что ж, давайте на этом сворачиваться. Уж извиняйте, что я вас побеспокоил. Я знаю, что кому-то мои видео интересны, полезны, кому-то надоедают, когда частенько выходят они. Поэтому уж вот не без сути. Если уж есть вопросы, мне больше не к кому обратиться, как не к вам. Поэтому вот я и обращаюсь. Все, пожалуй, все. Ну что, жду ответов от вас. И на сим. Извольте откланяться, как говорится. До следующих встреч. Увидимся.